такое легендарное произведение. И я слушаю вот сейчас, не могу наслушаться просто. Вот как объединяет оно, эта песня, сказка, и глубину, и красоту вообще образов. Спасибо огромное за эту встречу с весной. Как начинается песня со слова «весна», да? И комплекс «весна в душе» во все времена года. Знакомишься с этим, что-то происходит такое необыкновенное внутри, как вот, хочется направиться к этому прекрасному, такому именно светлому истоку, как называется песня. И вот это знакомство с светлым истоком, оно происходит каждый раз при встрече с песней. И наслаждаюсь каждым ее мигом, как звучит гитара, так объемно, так звонко, чисто, как напитывая вот этим светлым истоком, знакомясь с ним, как звучит голос, ну, просто потрясающе. Вот эти образы, которые дарятся в каждом куплете, они просто завораживают и вдохновляют, и как-то направляют. Да, вот это ощущение удивительное, что, слушая это произведение, становишься другим прямо в процессе прослушивания. Спасибо.